Водитель отечественного внедорожника сбил подростка на самокате в Южно-Сахалинске. Момент ДТП в субботу 27 апреля зафиксировали уличные камеры. Двое несовершеннолетних ехали вдвоем по зебре на перекрестке Ленина-Сахалинской. Водитель Нивы при повороте на юг не заметил их. Один из подростков успел спрыгнуть с электросамоката, а второй столкнулся с автомобилем. Пострадавший упал на асфальт. О состоянии здоровья участников ДТП уточнений нет.